Всем привет, народ! Вы на канале Мегабабки. Присаживайтесь поудобнее. Сегодня поговорим о новом проекте на монете Tron, на котором можно хорошо заработать, как играя и зарабатывая на инвестициях, также и на дивидендах. То есть, играя, вы получаете монетки, и за эти монетки вы можете получать монету Tron. Присаживайтесь поудобнее. Сразу говорю, риски везде всегда присутствуют. Никогда никого ни к чему не принуждаю. Просто рассказываю свое личное мнение о проектах, куда входить, куда я вхожу, и советую, а входить или нет, решение принимайте вы сами. Говорю сегодня о проекте, который называется Tron NX. Очень классный проект, запустился он пару дней назад, основан он на монете Tron. Для того, чтобы играть в этот проект, то есть участвовать в этом проекте и зарабатывать в этом проекте, вам нужно установить утилиту Tron Clean. Для того, чтобы установить утилиту, вы можете зайти либо же в свой Google, да, Google магазин и купить себе утилиту. Она бесплатная, вы просто ее устанавливаете, как в Play Market, и спокойно работаете. Даже на Яндекс браузер можно через Google установить и на Яндекс, и никаких проблем не будет. Здесь мы видим, что проект очень хорошо подготовлен и очень красиво все расписано и показано. Есть видео презентационное, можете это посмотреть. Для людей, которые не понимают английский язык, есть русский перевод на самом сайте. То есть это очень хорошо. Здесь есть описание этого сервиса. Очень удобно, очень классно. Также мы видим, почему именно нужно выбрать этот проект, его преимущества. Здесь мы видим дивиденды, да? Что можно играть от 18+, ну, то есть понятно. Давайте поднимемся выше и уже найдем именно дивиденды. Что такое дивиденды? Ну, это, народ, то, что нас даст зарабатывать очень хорошо. Что здесь происходит? Проигранные средства идут, часть средств идет на дивиденды. То есть, например, вот у меня сейчас там одна монета. Даже не одна монета, 29 центов этих монет, да, то есть совсем даже одной монеты нет. После того, как у меня соберется одна монета, я могу ее поставить на заработок. Как это делается? Мы сейчас поиграем, сделаем одну монету, и я вам покажу, как можно начать зарабатывать на дивидендах. То есть, не играя, вы будете зарабатывать трон. Но для того, чтобы заработать трон, нужно поиграть, потому что эту монету можно добыть, да, то есть намайнить, только если вы будете играть. Есть здесь реферальная программа, она здесь очень хорошая, то есть вы можете скопировать свою реферальную ссылку, начать распространять и зарабатывать еще на реферальной программе. Здесь все очень красиво отображается, в принципе, все понятно. Есть панель «Как играть», то есть можете прочитать именно как вообще происходят игры, что они из себя представляют. В принципе, все понятно и красиво рассказано. Есть промо-акции. То есть, можете зайти, посмотреть, какие здесь промо-акции, что нам предлагают, какие подарки за то, что мы играем и можем выиграть 500 тысяч тронов, 300 тысяч тронов. Да? Очень большие суммы денег, если играть и быть умным человеком и играть вовремя. Также есть больше, то есть новости проекта, техподдержка. Также Facebook, Twitter, Telegram для часто задаваемых вопросов, если вы не находите их, да, то есть не находите свой ответ здесь, на сайте, то зайдите в любую соцсеть, задайте вопрос, либо в группе вам ответит любой человек, либо же администратор вам лично ответит на ваш поставленный вопрос. Здесь мы видим, что есть звук, то есть можно его включить, можно выключить. Я выключаю, чтобы, в принципе, немного не бамкало в голове, когда играешь. Здесь видим прямой онлайн, да, игры, то есть люди ставят и выигрывают, сколько выигрывают, здесь все отображается. Ну и давайте перейдем уже к самим играм, да. Давайте зайдем в дом. Опустимся ниже. Здесь есть на данный момент всего лишь 3 игры. В будущем будет открываться у нас еще вот эта игра. Скоро
и тут же скоро. То есть в будущем еще будут открываться еще 3 игры. Еще дальше, возможно, еще больше откроется. Но на данный момент у нас присутствует DICE, присутствует LaskerTon какой-то и присутствует казино, то есть автоматы. А как это все происходит? Для того, чтобы играть, мы можем здесь выбирать. Выбираем шанс на победу, да? Выставляем сумму в троне. К примеру, это будет 100 монет. После чего мы нажимаем меньше, ну, то есть, да, меньше 95. Либо же можно сделать вот так вот и выставить больше, да, то есть, например, так. Можно сделать так, либо так, либо так. Мы выставляем, после чего я поставлю меньше, выставлю 95. Нажимаем, можно ставить на автомат, можно нажимать так. Здесь мы сейчас пройдет транзакция, я сейчас подтвержу, чтобы не запрашивала у меня постоянно транзакцию, то есть каждый раз. И я спокойно буду теперь играть. Смотрим, что у нас выпадет. И посмотрим. Как видите, я выиграл 2 монеты трона. Получил в достатке себе еще. И еще раз сыграем. Мне, в принципе, сейчас нужно наманить монет, чтобы сделать себе дивиденды. То есть, сейчас мы играемся и зарабатываем как и монеты трона, так и монеты самой системы, чтобы сделать дивиденды и зарабатывать еще больше, когда будет распределение дивидендов. Давайте перейдем на следующую игру. Следующая игра у нас называется пирамидка, так скажем, да. Здесь нам нужно поставить сумму и выбрать поле. Выбираем поле синее, фиолетовое, красное и зеленое. Что они себя отличают? Отличаются иксами. То есть синее поле вам больше x3 не даст. Но при этом шанс на поражение очень мал. То есть почти его нету. То есть вот он раз и вот он два. Если вот сюда попадает и сюда, вы зарабатываете всего лишь 0.2. При этом 100% вы теряете. Если вы, например, попадаете на 1.1, то вы приумножаете 100. 1 это ваше тело и 1 это ваш профит. Если 0, то понятно, что 0 и 2 это... То есть вы получите, например, со 100 монет, вы заработаете 20 монет. При этом потеряете 100 монет. Вот, как-то так. То есть вы можете поставить, например, вот сюда, нажав ставка. Сейчас у нас здесь подтверждение, опять же, это на каждой игре новое подтверждение идет. Отображается это все вот так вот прекрасно. Сейчас у нас выпадет наша троновская, вот как видите написано, my bet. Здесь вы можете выставлять сумму любую, которую вам нужно. Также можно ставить на автомат. И ждем, пока она будет капать. Здесь вы можете поставить на зеленое, можете на красное. Это выбор за вами. Но если вы ставите на красное, то он идет, падает, например, здесь и падает прямо на красное. И может упасть на 0.5, либо же на x1. Да, возможно, вам повезет и он выпадет на 111. Но это как бы кому как повезет, так скажем. Да? Надеюсь, упадет. Ах, ну, в принципе, не в минусе. Заработали мы 2.50 в троне, да, 2 монетки трона, опять мы заработали. И так далее. То есть, и так вот мы играем. Чем больше x по факту, тем меньше шанс, что вы можете хотя бы отбиться. Но при этом шанс выиграть намного больше. Здесь также есть живая статистика. То есть люди ставят, играют и выигрывают. Топ людей, которые ставили и выигрывали. Давайте зайдем на столы. Столы у нас здесь такие. В принципе, семерки, звездочки, колокольчики, да. Линии 10, линия ставка 50 монет. Ну давайте сыграем один раз, нажмем спин, после чего у нас опять же открывается транзакция. Здесь мы опять подтверждаем и надеюсь, нам выпадет и мы не проиграем наши 50 монет. Сейчас у нас выпадает, ну, выпало 2 колокола, 20, 35. Так, ну, походу мы не проиграли, да? Сейчас мы себя найдем. Да,
Мы выиграли 40 монет в плюс. Выигрыш 90 монет. Ну, очень-очень прикольно. Давайте еще раз сыграем. В принципе, удвоили, грубо говоря, свою игру. Давайте, может, нам еще раз повезет, и мы выиграем еще 50 монет. Давай, давай, крутись, и нам хорошо покажись. Выиграли 40. Вот, в этот раз, как видите, я потерял 10 монет. Ну, в принципе, такое бывает. Теперь давайте зайдем в DICE, зайдем в дивиденды. Посмотрим, сколько у нас монеток накапало. 74 монеты. То есть осталось совсем чуть-чуть. Что, давайте еще чуть-чуть погоняем на автомате. Возможно, мы сейчас сделаем 10 и нажмем спин. Возможно, нам сейчас повезет. Мы отобьемся хорошо. А возможно, мы проиграемся. Это уже как повезет. 30, 20, 30, 200. 200 монет. Поставили 100, сняли 200. Вот это удача. А теперь можем зайти в DICE. На сотку. Поиграемся еще чуть-чуть здесь. Да, видео немножко, ребят, затянулось, но это сделано для того, чтобы просто вам хочу показать, что нужно делать со своими монетами, чтобы заработать еще больше на троне. Опа, слили мы 100 монет. Неудача. Давайте сделаем теперь шанс на победу. Сорок восемь. Возможно, нам повезет, и мы отобьемся. Навряд ли, да? Да, еще раз мы слились. Ну, в принципе, такое тоже бывает. Ну, не всегда выигрывать, да? Не всегда. 20 монет. Нажимаем спин. Опять же, подтверждаем. Ну, сделай нам удачу. 20. 360. Буя! Мы почти отбились. Нам осталось отбить 40 монет. И мы будем, грубо говоря, в том профите, в котором мы были до этого. Но, в принципе, народ, мы и так в профите. У меня было 5200 с копейками. Сейчас 5300. То есть можно спокойненько взять, зайти на DICE, сделать опять, например, 80, да? Так, и нам нужно 40 монет, да? Поставить 200 монет и нажать меньше. Надеюсь, сейчас у нас выпадает меньше. Мы отбиваем наши 40 монет и все. На этом мы остановим видео. В принципе, на депозит, по идее, должно хватить. Да, мы выиграли 46 монет, отбили свои деньги, плюс еще немножко подзаработали. После чего мы заходим в дивиденды, видим уже 1,5 монеты. Здесь нам нужно нажать отправить. Нажимаем все, то есть все монеты, подтверждаем. Идет транзакция, то есть для того, чтобы отправить свои монеты, вам нужно будет заплатить монету Tron. Ничего страшного с этим, в этом я не вижу. После чего мы нажимаем заморозить. Это нам даст возможность заработать монету Tron. Нажимаем все и также подтверждаем. Сейчас это все подтверждается. И мы видим, что ежедневно я буду зарабатывать 1,92 трона ежедневно. Если ежемесячно, то выходит 57. Это на данный момент. Если в дальнейшем будет выигрыш, точнее проигрыш людей расти, то и выигрыш ваш будет больше. Чем больше монет, тем больше вы будете зарабатывать в этом проекте. Это очень круто, очень хорошая статистика, чтобы можно было приумножить свою монету в троне намного-намного раз. Ссылочку на проект я оставляю внизу в описании. Не забываем о рисках, да, то есть
можно как и проиграть, так и выиграть. То есть играем аккуратно, с холодной головой. Всегда не только надеемся на удачу, но и на себя. Ставим видео лайк, подписываемся на канал. Кому проект понравился, ссылочка внизу в описании. Играем, зарабатываем вместе со мной. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.